независимости. Мы, естественно, вас поздравляем с этим. Милана Суровцева, капитан команды номер 16. Анна Сас, номер 7. В бело-голубых цветах, естественно, как и всегда. Хороший мягкий навес на правый фланг. Чается. Здесь хорошо отбирает мяч 18 номер. Реджина Оту. Очень опасный удар, гол. Но нет, пока что Минск в атаке. Дальний удар. И что, снова гол? Да, похоже. Портянниковой снова возвращается мяч, удар. И да, даже не стала напрыгать. Канте из Испании. И у нас удар в перекладину в исполнении Натальи Смыкович. Это был бы уже счет 4-0 в нашем матче. А так пока счет остается... Ну нет, не остается. Все-таки Наталья Смыкович. Обходит свою соперницу. Пас с левого фланга, принимает мяч. Анастасия побегала, у нее был... Хороший мягкий пас Сас. И... Вот она Сас снова в действии со своим отбором. Прекрасным. И прострел получился сделать, и мяч летних лет. Динамо БГУФК. Навес от Реджины Оту. Здесь принимает мяч. На левом уже фланге Наталья Смыкович. Ну и снова бьет с левой. Кулаками отбивает Бабко номер 8. Тренирует команду Нина Жукова. Живо начинает эту вторую половину игры футбольный клуб Минск. Удар по воротам и пропускает. Она его быстро... Не-не-не. Подает она все-таки его в штрафную. Извините, у меня здесь немного картинка подтормозит. Принимали Динамо Брест и победили со счетом в два раза крупнее. И что, снова гол? Вот. Нормально. Забить буквально с пару метров гол, а у нас очередное взятие ворот. Прорывается к воротам у нас. Футболист Каминска бьет в ближний угол. Заметался там мяч, и что? Мяч на центр. Это гол. Правый фланг. Побегайло. Удар, гол. На левом фланге она оказалась. Ну да, она подавала, похоже, этот угловой. Хороший удар. И что, мяч на центр. Очередной раз.